Новосибирская область вышла в лидеры по оказанию высокой технологичной медицинской помощи в Сибирском федеральном округе. У нас очень достаточно широкий спектр профилей по высокотехнологичной медицинской помощи, уже их 21. Основу, конечно, составляет сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология, травматология, ортопедия, нейрохирургия и онкология. В Федеральном центре имени Мишалкина в Новосибирской областной клинической больнице врачи делают сложнейшие операции на самом современном оборудовании. Используют малоинвазивные методы лечения, внедряют в новосибирские собственные разработки. Например, коронарные стенты, сердечные клапаны. Завершаются испытания протеза левого желудочка сердца. Всегда задают вопросы, какие это деньги. Ну, для областной клинической больницы только в МПОМС на сегодняшний день это более 30-40 миллионов рублей. Это солидное, серьезное средство. Чем они отличаются от других? Тем, что эти средства выделяются под конкретного больного, под конкретный случай. Вот это главное отличие. Пациенту Иванову ставят диагноз, под него выделяется средство, под него закупается специальное оборудование.